кстати, видно, что река довольно тихая. Угу. Вчера вечером спускались, била рыба, сейчас нет. Туман. Сейчас мухнет, да, она, наверное, за мухами пройдет. Мелкая за мухами, крупная за мелкой рыбой. А мы за крупной. А мы за крупной. Снасти только тяжелые. На крупняк. Такого главля здесь, наверное, не было со времен Ивана Грозного. Такую снасть уловить. Однако, чем черт не шутит. Эта башня состоит из-за многих спиннингов. Обрати внимание, спиннинги, устремленные в космос. И вот эти вот штырьки, не что иное, как обломки бывших спиннингов. Да, это классика. Это классика, ребята. Берем часть этого космоса и будем ловить рыбу. Леха не даст соврать. Космос, он и есть космос. Вот же он. Глубину за крупной. А. Так чуть не знаю, любуюсь. Ну, чё, приятно все покрутить, посмотреть, привинчивать, изучить, потом в деле попробовать. Так вот. После обеда к чему неспокойному так располагает. Понятное дело. Все прямо до мелочей рассмотреть. Пусть голову рассматривает. Правильно.
А шнур какой здесь стоит? Шанлайн. Слышал такой? Слышал. Израильский. Шанлайн. Слышал. Вот, вот Сергей зацепил хорошую рыбку. Смотри, какой голова хороший. Голавль. Планировался семинар матома голавль. Получилось матома щука. Матома щука. Матома рулит это. Ну это однозначно. Ну такая вот фигня. Нормально. Бодрая. Я уже думал, голавлик. Цыпа-цыпа-цыпа. Компакта. Компакта Диабло. Ну, видел окуня и сразу потом щуку. А до этого скот. Скот, один маленький голавль или еще пару поклевок. С учетом того, что утром, когда приходили, не клевал вообще. Я сколько 20 забросов сделал, ни одной поклевки. А ветерок пошел. Сразу щупаки заклевали. А сейчас время половины десятого. Да. Самое пекло начинается. Самый клев. Спать надо было. Точно. Узнала меня. Сразу забилась. Две минуты держал, стоял спокойно. Мерная. Два раза клевала. Вот чуть-чуть островочек травы ниже. Ух, со второго раза попалась. Ты еще фоткаешь? Да, Алексей, оскорбляешь ты угру такими палками. До 50 граммов. Мне кажется, немножечко перебор с тестом. Хорошо, в руке лежит. Ага. Ловить удобно. Не, с тестом, ну, конечно, маленький. Главное, чтобы в руке лежало. А тест, ладно. Че, нормальненькая такая. Циклон концепт спин. Да. Но все-таки все дело в кепке матома. А, это Эльминоу, да? А с этой палки только он один и летит. Ну, джиг хорошо летит, только на угре джиг хорошо летит. Не катит. Угра не жиздра. И джига нет. Карцанг надо было тебе захватить, наверное. Да ничего, с краешку. Да. Хорошая минушка. Старой закалки. Бомба. Рыбку мы опускаем. Ну понятно, есть ее, что ли. Пусть растет. Потомство приносит. Мясо едим, рыбу отпускаем. Давай. Пошла? Конечно. Пошла, родная. Вперед трамваем. Устала. Да. Работа, фото и видеосессия. Да еще поймаем. Вроде вот не клевало, не клевало, да заклевало. 10 часов. 10 часов. На угре спать до 8 утра, ребята, до 8. Никаких 4 утра подъемов больше не будет у меня здесь. А то она и угра.
Потихоньку обедаем. Только комары покусывают. Да, комарики есть, как все-таки лето, угра. Я просто, чтоб из-за травы выйти вот сюда. Вот, бодрячок. Головль на спиннинге. Компакта. А дома рулит. Долго мы его пытались выловить. Поймали маленького. Не, ну пару сошли хороших. Не то, что сошли, уже с берега убежали. Сейчас поймаем, до вечера времени много. А дома рулит. Эй! Бывает такое, приходилось видеть. Ай-яй-яй. Истерика, истерика. Головля истерика. Истеричный головля. Ну что, Лё, как рыбалка-то? Ну, рыбалка в целом идет по плану. Рыба попадается. Настроение отличное, погода еще лучше. Не хватает килограммового головля все-таки, вот, да? Вот такого, чтобы трофейного, да, было бы уже приятно. Совсем приятно. Ну, в принципе, нельзя сказать, что не клюет, да? Так поклевывает. Поклевывает. Нам-то говорили, что не клюет, не клюет. Да. Ходили, а тут такие слухи. Поклевывает все-таки. Видите? Головли-то присутствуют. Элмином. Там какой-то ролик есть из этого изряда. Как они там? Вокруг смеха, наверное, да? Как там один известный рыболов пластиковых червей ест. Беда какая-то. Вот. Ну, он делает вид, что ест, потом он их изо рта вытаскивает. Но мы воблеры кушать не будем, даже пробовать.
щетками не хочет работать. Шайба этих регулировочных подложенных. Не знаю. Бомба. Обратите внимание на мой спиннинг. Он называется компакта. Запомните это название. Сегодня я смотрю, вертушки рулят, да? Ну вот да, стал я во второй половине дня ловить легким спиннингом Матома Ацера. Верхний тест 18 грамм. Вот. Лесочка тоненькая с онлайн. Тоже из вертушек, вот Мэпсик, тоже из Угры Спорт. Лонг второй номер. И тихая-тихая проводочка, только что леску не отдаешь. И он аккуратненько так вот ее, такое впечатление складывается, что так тихо-тихо. Ам, а чувствуешь, что-то сидит уже. Вот, приятно. Ну да, сегодня они, конечно, не крупные, но... Зато их много, да? Да. Мы не ожидали такого количества главля на Угре. Много, да. Офигенно. Ну все, давай, пока, Матома рулит. Тоже. Сегодня повезло с головлем. Они, правда, мелковаты, но клюют-то они офигенно. Говорили, не клюет, не клюет. Головль просто чудеса сегодня творит. Красивый. Он говорит, нерест, нерест. Сегодня открытие сезона, 11 июня. Из головля он еще... Молоки текут. Клюет при этом хорошо. Уже к вечеру я называю этот клев хорошим. Если с утра я сказал, что ну так себе, да, поклевывает. В обед сказал, клюет. То вечером говорю смело, клюет сегодня хорошо. Вот так хорошо. Есть. Пойдем отпускать. Ты уж прям ходить, кидай его, что-нибудь. А мы ласково. Подумают, что все мы такие ласковые. А мы не ласковые. Он просто несъедобен. Потрепи, потрепи его так. Вот он, вот он, вот он. Пошел, пошел, пошел. Давай, 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 давай. Команда Угра открывает сезон. 11 июня. Естественно, на Угре. Мы находимся на перекате в районе населенного пункта Никола Ленивец, знаменитого эпатажного. Но сегодня здесь не многолюдно, потому что рабочий день. Фактически вот в данный момент мы одни, утром так народ присутствовал, но мало-мало даже по меркам Никола Ленивца. Рыбка поклевывает, нестабильно в течение дня, но неплохо все-таки ловили сегодня голавликов. Даже не берусь сосчитать, сколько поймано в течение дня нам на двоих. С Лехой. Небольшие. Парочка была по полкило, остальные такие граммов по 200, по 300. Но все равно приятные, бойкие, летние. Радуют. Сегодня со мной спиннинг компакта Диабло. Четырехчастник. Последнее время ловлю исключительно на него. Ну,
когда дело не касается тяжелого джига. А угра, она, ну, в общем-то, предсказуемая. Вот они такие вот лавлики приятные. Сейчас он уже, наверное, устал сниматься тут. Надо его отпускать, да? Да, кивает. Пора отпускать, говорит Серега. Замучил в конец. Всех вывоил братьев. В общем, ничего. Для начала сезона хорошо. Если так дальше пойдет, в общем, будет неплохо. В общем, поживем, половим. Всем пока. Матомаров. Эх, хорошо, да, Лех? Угу. Вот за это, эту местность и назвали Никола Ленивец. Он даже спиннингисты ленится. С горы спуститься им лень, видите? А вот и знаменитое Николино ухо. Надо выступить сегодня с трибуны-то. Что, запыхался? Да нет, так просто, вроде как, малость утомился. Ну пойдем, сейчас пообедаем, да отловим как бы предвечерку, да поедем. Mm-hmm. Все. Да, нормально. Хорошо рыбалка складывается. Открытие состоялось у нас. 11 июня. 11 июня. Щучки, окуни, головли. Ну а что еще от угры ожидать? Не толстолобиков же. А неделю-другую речка зарастет и берега зарастут. Но мы все равно поймаем. Потому что мы настырные. И места разведали. Мы не ленивцы, мы настырные. Товарищи, не обращайте внимания на мой странный внешний вид. Я пришел, чтобы сказать вам, Матома рулит. Мы победим. Мансарамас! О, старость не радость.